Я со съемкой своих видео все больше забредаю в какие-то жуткие дебри. Вообще сплошной лес кругом, тут еле развернешься, куда меня занесло. Привет, товарищ анкилозавр. Скоро ты будешь на полочке не один. Я нашел тебе пару, но боюсь, она тебе не шибко-то понравится, дружок. А пара-то у нас какая для тебя? Пара у нас вот такая здоровая, крутая. И сразу скажу, что выпросил у продавщицы, которая мне все высказывала, мол, то, что у нас только на витрине, у нас нет больше нигде никаких динозавров. Потом, когда до нее докопался, она все-таки открыла мне шкафчик замечательный, где этих динозавров столько, что мама не горюй. Так что люди, которые что-либо продают, это люди, которые что-либо продают. От них, в общем-то, ничего честного ждать, наверное, не стоит. А все ради чего? Ради того, чтобы вот этот хвост у него длинный не пострадал, чтобы у меня была вот эта замечательная картоночка, я мог с собой куда-нибудь возить лишний раз. Так-то, может, один раз до дома хватило бы и того, потому что хвостик все-таки такой тут гнущийся, в принципе, этот кончик наверняка можно повредить. Вот, ну и замечательная подставка под ноги, чтобы тоже у нас никакой пальчик у него не улетел. Ух, вот он, товарищ. Товарищ тиранозавр. Его вторая версия у бренда Папо. Взял я опять зеленый, потому что прошлый был зеленый. И хочу сказать, что у них там как пара была. Может, когда-нибудь к ним и маленького докуплю. Давно хотел тиранозавра в такой позе. Мне очень нравится, вот именно, что он идет. Но есть некоторый такой небольшой минус, чему эта фигурка мне нравится меньше, чем фигурка прошлая. Тем, что он все-таки очень суровый получился в этот раз. Просто вот посмотрите на мордашку, на его, эти жуткие глаза, такой вот взгляд, он прям вот просто в этот раз он прямо монстр такой, прям реально. Так даже чем-то на крокодила напоминает. Вот, голова уже такая у него более квадратная. Раньше как-то вот этот загиб был более ощутим, который у него где-то глаз у него. И сверху здесь видно, что у него такие крупные-крупные чешуйки теперь идут. И главное, зубы какие. Зубы у него теперь жуткие. Каждый отдельный, кстати, детальность его лучше все-таки, чем у старой. Есть вот один зубик, вот тут я его сейчас пальцем поддерживаю, он торчит в сторону. Такой прям еще больше жути задает, но зато, может быть, даже реалистично, что он там погнулся со временем. Но сейчас видно, что прям вот, ну, жуткое у него выражение, конечно, его лица замечательного. Так что, если кто хочет добавить какой-то жуть, именно такого прям страшного Т-рекса, может взять и эту модель. Я, честно говоря, как-то все-таки люблю больше всего самого первого, который был такой более похож на Т-рекс из парка юрского периода, такой миловидный. Потому что, мне кажется, в этом фильме они уж очень сделали его действительно красивым, симпатичным, что он как бы сразу себя влюбляет. Потому что мне этот динозавр прям очень понравился после именно просмотра первого парка. И вот я с ним долго-долго болел и хотел себе такую фигурку в коллекцию. Сейчас вот решил еще одного тиранозавра взять. Ну же, как можно не любить тиранозавра? У него какой-то вот он, тирекс, он изящный. У него крупные ноги, такая массивная туша, большая-большая голова и длинный такой мощный хвост. Когда вот все такое пропорциональное, эти лапки маленькие, ему тоже как, в общем-то, не мешает быть весьма интересным, привлекательным ящером. Наверное, может быть, поэтому все как бы все-таки болеет за свою любимую Т-рекс, если вот там, например, в третьем парке сражался со спинозавром и проиграл. Потому что, собственно, его-то мы прямо любим, он нам так нравится. Вот спинозавр к его крутым не был, как-то мы еще к нему так не привязались и не привыкли. Ноги не еще вот лапы, вот если так посмотреть, они более такие мощные, чем у прошлой фигурки были. Правда, у меня ее с собой сейчас нету. Может, потом, если зайду дома, поставлю всех хищных динозавров рядом, расскажу, как бы сказать, их отличия, размеры, все прочее, что как есть. Так, полностью закрою ему пасть. Ну да, она полностью закрывается, немножко она у меня болталась, но на самом деле держится она достаточно хорошо. Так что такие дела. Не, он, в общем-то, все-таки крутой. Может быть, такой более злобный, но все равно крутой. Я даже не знаю, у кого еще фигурки есть, если оно какие-то другие альтернативные. Потому что если что-то там более дорогое, уже как-то не из серии таких вот именно фигурок игрушек, как тут этих большинства брендов, все-таки Папа самый такой, наверное, лучший, особенно по хищникам, потому что травоядные, может, не все такие хорошие. Вот стегозавр тоже у них вызывал какие-то вопросы. Хотел их вместе поставить, но что-то как-то у меня трудности с этим. Давай сначала здесь вот где-нибудь поставим, друзья, а потом я пойду искать какой-нибудь
место поинтереснее для этого. Ну, давай так вот, просто на бревне. Ну, хочешь себе как-то дома красоту какой-то тоже создать? Ну, кстати, они, в принципе, на бревне вполне так убедительно смотрятся. О, сейчас жути добавим. Вот он, у нас анкилозавр, ты прифигел от такого расклада. Обещанная демонстрация всех хищных динозавров, правда, без велоцирапторов. Вот они какие есть: аллозавр, старый тирекс, спинозавр, карнотавр и новый тирекс. Можно видеть, что в принципе спинозавр у нас чуть крупнее тирекса, но вот этот как бы выше стоит, поэтому все равно смотрится как бы таким самым заметным тут хищником. Карнотавр у них, наверное, такой же, как практически велоцираптор по размеру, походу. Но, правда, сейчас не сравнить. Это у нас аллозавр здесь, который чуть-чуть меньше, чем все эти остальные, но только крупнее, конечно, карнотавра вот этого самого. И вот у нас получилась такая вот хищная компания, товарищи. Спасибо, друзья. До следующих видео.